Господа, сегодня без скримера, чтобы вас не пугать и не шокировать. Обращение к новичкам. Молодняк, спрашивали, где, куда, в какую гильдию, почему. Внимание, объявляется набор в гильдию АКТО. Регистрация на СВГ ОХ обязательно, Телеграм иметь обязательно. Но сейчас я немножко зачитаю. Темная сторона в приоритете, наличие жуков приветствуется, все рейды 7 звезд, ГТС, десант. От вас требуется НК, ГМ, 500 тысяч. По всем вопросам запрыгивай в описание, либо в закрепе, в комментариях ищи контакты в Телеграм Александру. Ну а мы начинаем. Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Free Sun Games, а мы продолжаем с вами Звездные войны Галактика Героев. Сегодня у нас третий раунд первого этапа ВА 3 на 3, и будет сложно, будет больно, потому что соперник у нас Мистер Джей, и он... Сраный дефер. Извиняюсь за выражение, и здесь быстрее обидное будет не сраный, а как раз таки дефер. Потому что дефер — это тот человек, который сам не играет и другим, честно говоря, не дает. Взял человек все в защиту. По лайфтайму, опять же, по статистике у него 277 тысяч. То есть, если сейчас взять, допустим, мой профиль, быстренько взглянем, то у меня 502 тысячи. Почему так получилось? Потому что я всегда играю балансно, то есть я и защиту стараюсь выставить, и в атаке поиграть, и туда, и сюда. Он же ставит все в защиту, соответственно, в атаке он стягов не набирает, но при этом он, кстати, неплохо отыгрывает в том плане, что он, опять же, вышел в финал, да, он забил нашего, того, кого я боялся, а именно, по-моему, Лопеза, да, Лопеза с легендой. Вот, к сожалению, потому что я посмотрел, лучше бы я с Лопезом, конечно, поиграл. Я не люблю деферов, я... категорически против этого. Я понимаю, что это дает свои плоды, но опять же, как соперник, особенно 3 на 3, это не интересно вообще ни разу никак. Вот, опять же, возвращаясь к дефу, деф очень сложный, очень, так сказать, развитый, так сказать, всесторонне направленный, и я обратился к помощи к двум людям. Что за людя, я тебе пока не скажу. Если все получится хорошо, то, естественно, скажу уже под конец. Если все плохо, то тогда промолчу. Зачем зря порочить хорошие имена? Так, поехали. Поехали, будем пробовать. Сейчас наша основная задача. Ну, давайте быстренько пробегусь. Здесь Сревен, здесь Гэс, здесь Рлюк. Это уже автоматически плохо. Дальше мы идем Триумвират. Очень редко встречаю я его в защите. И он очень подлый. Шакти с клонами, РС. Жуки. Вот такой деф. Что позади? Здесь два варианта. Либо там еще большая жопа, в частности Падме и кто-нибудь еще. Либо там полный шлак, и он все-таки хотя бы немножко сходит в атаку. Ну, на самом деле, я не знаю, сходит он в атаку или нет. Мое мнение, что он не пойдет в атаку и все силы взял в защиту. Если это так, то ему пробивать некем, и как бы мы ни зачистили, то это победа. Короче, я не знаю, ничего не буду обещать, у нас 42 минуты до конца. Давайте покажу, вот так вот. Я ждал до последнего, больше ждать не могу, поехали. Начнем, наверное, с Рлюка, потому что он самый такой здесь проблематичный вариант, и пойдем с соло-легендой. Потому что Рлюк, на самом деле, кто бы что ни говорил, а если его не повязать, не лишить его атаки и не лишить его критов, то он может лапыча нашего маленького разложить просто за нефиг делать. Я тебе серьезно говорю, это очень сильный соперник, и я, наверное, соглашусь с Владом, что он недооценен, и он должен быть легендой. По идее, такая, ну, как бы не совсем легенда, но фактически легенда. Он очень сильный персонаж. Особенно в хорошей пачке, он прямо имбовый черт. Но видишь, мы у него забрали криты, мы ему порезали атаку, только за счет этого он стал слабее. А так он в легкую может без связи, допустим, там 100 тысяч, вот так вот с ноги просто высечь моментально, абсолютно. Для него это не проблема. На. Можно было, конечно, стяг попробовать восстановить, но побоялся. Мне лучше побыстрее избавиться от него. Дальше. Дальше с Ревана мне надо забирать. На самом деле с Реван здесь не особо скоростной, если честно. Но он страшен. Он один в атаку и кэша. Он же крит шанс, но у него скорость 172, то есть, понимаешь? И у него бонус от...
Бонус от модулей 4. 4. 4. 4. Ой, ладно. Так, я, конечно, смеюсь, а он сейчас меня возьмет просто-напросто и раскидает. Я беру жуков. Я не уверен, что мы пробьем. Я, на самом деле, здесь нигде не уверен, вот за исключением Лапыча. Вот, поэтому все остальное уже как получится. То есть, если он сейчас даст метку туда, куда мне не надо, то это все, автоматически пиши пропало. Будем все-таки надеяться. Так, а давай мы со всех снимем стойкость для начала. И попробуем все-таки разрядить спасателя за счет бастилы. Есть, у нас это получилось. Дальше, в кого ты метку дашь? Только не Вальф. Ну, падла же. Падла. А слепота на него не действует, да, как я понимаю? Это очень плохо. Еще за запрет на положительные эффекты наложили на Верзилу. Ай-яй-яй-яй-яшеньки-яй-яй. Добейте его. Многие в комментариях спрашивали, но сейчас уже, кстати, намного меньше спрашивают по этому поводу, почему я не использую особую на Верзиле. Потому что если мы используем особую на Верзиле, я понимаю, что жуки ударят по два раза. Это классно, это хорошо, да. Но тогда у него слетит провокация, понимаешь? А вся фишка Верзилы как раз-таки в провокации. Да ты затрахал моего альфу-то иметь. Шпион, давай быстрее там перезарядочку. Ой, все, хорошо, ну это победа. Ну, по крайней мере, в этой битве, а там пока неизвестно. Отлично. Пока он в атаку не идет, на самом деле я очень хотел, чтобы он проатаковался, и мне было уже понятно, куда, зачем, почему и как. Где риски сосиски, а где никаких рисков. А, ГЭС. ГЭС это древан. Это определенно древан. Рекс, а ты лысый? Никогда не замечал, что Рекс лысый. Так, по скоростям. По скоростям у него очень много, 258. Дальше у нас Эрк штурмовик, то есть здесь нету у нас Файвза, здесь нету у нас Эхо, то есть у нас нету, получается, диспеллера. Тот, кто может снимать положительные эффекты. Я думаю, как, можно попробовать сэкономить, а можно не экономить. У нас есть два варианта. По крайней мере, если отыгрывать за Древан Пак, мы можем пойти через Малака. Вот. Либо пойти через Шизоида. Насколько у нас жирный ты? Защиты 66 тысяч, здоровье 38. То есть, понимаешь, если мы ему защиту собьем, то его 38 тысяч здоровья нам не помеха. Поэтому Малака, я думаю, брать мы не будем. Вполне вероятно, что это, конечно, может быть и ошибочное мнение мое такое. Но мне кажется, что Шизоид сюда зайдет вполне неплохо. Шизоид у нас парниша достаточно толстый. То есть, чтобы ты понимал, у него 105 тысяч защиты, 60 тысяч здоровья. Стойкость, ну, стойкость у него, конечно, да, подхрамывает. Но, тем не менее. Конечно, Малак пожирнее будет. Там у нас 160 суммарно, здесь, конечно, да. Но опять же, если Древан хорошо, красиво прыгнет, даст крит, даст хорошую атаку, то мы его 66 тысяч защиты собьем за один ход. И мы его посадим на колени просто моментально. Поэтому я, наверное, рискну. Если останется ГС-1, то тогда уже, не знаю, тогда уже Малака мы добью как раз-таки. Ну-ка, дай хорошо, красиво. 57 тысяч, ну ты посмотри, подлюка какая. Сел, быстро сел. Сел, я тебе сказал, молодец, красиво. Так, Рекса я боюсь. Ну хорошо, защиту полностью он восстановить не успел, да? Пебасю бьет. Смотри, какой херовый-то, а. А еще разок ты не хотел ударить? Слышь, обезьяна, завязывай свои прыжки. Есть. Ладно, Малака сэкономил. Это очень хорошо. Меня это более чем устраивает. Так, что позади? Ну смотри, все-таки он планирует немножко пройти в атаку, потому что Падмы Пака, например, у него в защите нету.
У него в защите нет Падмы пока. И, по-моему, нету еще КЛС. Так, РСМ, Шакти, это все в защите. КЛС у него в атаке. Падмы в атаке. Вампа, как я понимаю, в атаке. Древан у него в атаке какой-никакой, а все-таки Гривус в защите. Офицер повстанцев Лея, что ли, у него в атаке еще осталось. Ну, знаешь, не сказать, что у него кто-то прям сильный в атаке. Конечно, он может меня покоцать. Но так, чтобы закрыть, конечно же, нет. Вот, ладно, пойдем дальше, будем пробовать. Дальше нам куда и зачем. На жуков мы пойдем штурмами. Что у нас по скоростям на жуков? На жуках, да по идее там не должно быть много скоростей. 217. Но на остальных точно быстрее не будет. Ладно, давай тогда штурмы отправляются на жучил. Будем пробовать. Метку Вирса, наверное. Подожди, я же не Вирса кинул. В Старка, да, все верно, в Старка. Ну и понеслась потихоньку. Ай, хорошо. Вы мои штурмовички, какие же вы все-таки охуенные. Да, хороши. Хороши. На РСМ мы идем триумвиратом. У нас особо, видишь-то, и вариантов нету, если честно. Будем пробовать. Ну а там как получится. Я не знаю. Ай, скорости забыл посмотреть. Тихо, подожди. Ой, вот это. А, нет, Сион ходит первый. Красиво. Очень хорошо. Так, тихо. Давай вот таким образом. Есть. Дальше сюда. Я думаю, вот эту пакость нам надо забрать, чтобы на нас не было никаких станов. Угу. На нее боль не упала. Вот почему меня хулупит. А не Сиона. Ай, няхи, больно. Есть боль. А, ну и шикарно. Просто отлично. Да, хп это, конечно, не восстанавливает нам ни разу. Ну ладно, слушай. Триумвират, мое почтение. Угу. Дальше. Вот триумвират, конечно, вопрос, кем забирать, но пока еще ладно. А большая проблема это все-таки Шакти, Рекс и Файвс. По совету одного из личностей у меня есть только один вариант. Если я сейчас проигрываю, то я проигрываю. Если я не проигрываю, то я не проигрываю. Скоростей много. 296 плюс еще лидерка 35. Нереально ее обогнать. У меня нет ни малейшего варианта обогнать. Я еще потратил единственного танка с притаунтом. Это очень плохо. Подожди, я сказал Рекс. Здесь нету Рекса, извиняюсь. Это не Рекс, это Эхо. Эхо. Ух ты ж. Так, подожди. Подожди, я могу дать раскол. Я им, наверное, и воспользуюсь. Так. Если я сюда дам массовку, то тогда я меч могу кинуть Файвза. Отлично. Так, ну здесь у меня пока она в расколе, так что нормально. Защиту. Мы никому не можем защиту восстановить. А, давай мы самому себе, наверное, защиту восстановим. Блин, ну как еще его можно подлечить? Таким образом. Блин.
Да нет, слушай, оказалось очень легко. Дельный совет, надо будет на будущее запомнить. Так, у меня остается триумвират. Триумвират. У меня остается Гривус. Вот Гривуса я, скорее всего, не забираю. Сестры, сестры, охотники. Так, давай я триумвират закрываю, пойдем на флот. А там дальше на остатки что-нибудь будем думать. Триумвират. Ну, соло малок я, конечно, уже не пойду. Здесь без вариантов. Можно было бы, по идее, пойти с Ревана. С Реваном. И контрить Няху. Всеми правдами и неправдами. Вот, но опять же лидерка тетушки Треи. И я не знаю, в кого она даст изоляцию. Бляха, я вообще не знаю, как триумвират выносить. Ну реально, Среван. Среван. Может, без Бинда? Без Бинда. Без Бинда вообще тяжело будет. Хотя если Няха ультанет, то там уже без разницы. Так, нет, пойдем по классике. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Если избавлюсь от няхи, то там уже что-нибудь будем думать. Но избавлюсь ли? Изоляция в Сревана. Ай-яй-яй. Изоляция, изоляция, изоляция. Не может атаковать или получать положение вне своего хода. Союзники не могут атаковать или получать положительные эффекты. Так, подожди. Так, а ходить-то сможет или не сможет? Нет. Блин, и передать ход я, получается, теперь не могу, да? Передать ход я, получается, не могу. Ну почти, почти, почти. Ты посмотри, падла. Ой-ой-ой-ой, малыша рубят. Так, подожди, подожди, подожди. Сион. Сион у нас не ультует. Давай Трею. Трея позволит нам снять изоляцию. Точнее, убийство Треи позволит нам снять изоляцию. А мне ее по-любому надо снимать. Хорошо. Так, давай теперь таким образом. Падла. Надо было, наверное, базовую давать. Так, в йоду. Что-то мне подсказывает, что он сейчас будет снимать с нас положительные эффекты. Так, пока нет. Оглушил красиво. Откат умений. Ай-яй-яй. Оглуши. Понятно. Всегда, когда я хочу оглушить, он добивает. Зачем? Почему? Неважно. Убил и все. Ладно, хорошо, в любом случае это плюс. Он нас все так же не атакует, хотя осталось 26 минут. Я не знаю, чего он тянет. Так, переговорщик в отвратительном составе, поэтому пойдем мы забирать. Подожди. Да, в отвратительном составе пойдем забирать втроем.
отвратительный для него и сказочно хороший для меня, конечно же. Потому что забирается он на раз-два. Угу, а я сюда. Не страшно. Не страшно. Не страшно. По херам вообще. Я делаю вот так красиво. Я делаю вот так красиво еще. Я добиваю тебя. Кто? Клык? Нет, то есть он клыка вообще не берет. Ну, это плохо, надо было бы ему с клыком, конечно, поиграть. Тебя забрал. А вот пильчика можно было и на осоку закинуть. Ну ладно, не закинул, не закинул, не страшно. Я здесь дам стан. Угу, молодец. Отрубишь одну голову, на ее место явится еще две. Хайль Гидра, я бы сказал, но не скажу. Так, 64, хорошо. Так, тебя, ну тебя мы заберем за переговорщика. И, конечно же, хорошим, правильным таким составом. Кого бы туда еще запихнуть? Осочку? Ну, давай осочку, почему бы и нет. Вообще, мне нравится переговорщикам жуков глушить. Это прям шикарно. Потому что он ошеломление накидывает, и все, и будьте здрасте. На. Пока рано. Ой-ой-ой, только не надо запретов. Ну ладно, этот можно запрет. Так, а из инвиза, пацаны, выходить-то не планирую, да? Нет, вот один пришел. Вот один пришел. И тут же по моське получил. Так, давай сюда. За подсказку спасибо, кстати. Касательно того, почему у меня плакун тогда не сходил. Потому что там шаттл ПП режет и из-под крепа, по-моему, всем, кто вылетает, 20% шкалы хода. Я постараюсь это запомнить. Нет. Пока не надо. Угу. У меня еще консул есть, который также 40% защиты восстанавливает. И теперь нам главное красиво добить. Давай. Молодцы. Молодцы. Ну а теперь трэш. Теперь трэш. Логика, тактика и прочее мышление закончились. Поэтому, если что, спасибо Владу и спасибо Александру, конечно же. Нас не атакуют. Времени осталось 23 минуты. Я не знаю, как он собирается бить и собирается ли бить вообще. Но данных пацанов мне уже, к сожалению, никак не зачистить. Единственное, что я бы, конечно, мало кого мог был бы попробовать отправить на гриву спак. Но, опять же, мне не с кем. Это раз. Второе. Он один не затащит. Хотя, опять же, дрейдека без реликвии. Либо не издеваться и попробовать еще больше стягов выбить. Давай мы, наверное, херней страдать не будем. Мы пойдем на более такие варианты, которые нам светят. Вот, набьем лучше побольше стягов. Возможно, мы не закроем локацию, но просто если я Малака сейчас спущу, допустим, на того же гриву, и Малак просрет, то тогда у нас... Ну, мы просто потеряем стяги, то есть стяги, персонажи, и ничего толком не сделаем. Здесь хотя бы мы можем еще пару пачек забрать, что нам, естественно, будет только в плюс. Давай попробуем боска быстренько оттянуть за уши. Угу. Охотники абсолютно не реликтовые, поэтому мы затащим без проблем. Давай, третий заряд заодно получим.
не добили, зато третий заряд получили, что нам позволит сейчас-таки угнетать нашего соперника. На. Не больно ни разу. А как тебе такой подлещик? Угу. Хорошо. Ну и после этого еще один ход останется. А, подожди, он же сейчас обратно к жизни вернулся, да? На. Да ты что ж такой живучий-то? Падла. Так, здесь хорошо. Здесь хорошо. Дальше. Сестры. Там Дака. По идее, если забрать Даку, то будет неплохо. Но Дака дает стан. Асаж дает стан. Дух дает стан. То есть, понимаешь, тут как бы три персонажа, которые дают стан. Это очень плохо. Это очень плохо. Может попробовать туда все-таки джедаев закинуть. Сезра и Шаакти. Я хочу Шаакти с клонами использовать. Так, подожди. Вообще, по идее... А что, если Шаакти с клонами пустить как раз-таки на Талзин зомби? Чума, конечно, хреново, но зомби мы будем стан, провокацию, извиняюсь, сбивать с помощью Шаакти. Блин, давай попробуем. Да, давай попробуем. Я не знаю, получится, что из этого и получится ли вообще. Но попробовать мы обязаны уж точно. Тем более у нас есть стойкость. До свидания, провокация. По крайней мере, пока что. Так, провокация вернулась, да? Быстро. А хрен тебе. Так, а что ты у нас делаешь? Всегда забываю. Призывает на помощь Незли, но кажется, проводит дополнительную атаку. Ну, сейчас опять сходит, да? И провокация опять же. Ты падла. Какое нахуй уклонение? Ты серьезно? Какое к черту уклонение? Я дурею вообще. Порежь шиха, чтобы она не сходила. Давай еще будем шиха резать, чтобы она не получала провокацию. Ай, получит все равно. Уклонение. Ну ты серьезно? Ну какое хренам уклонение? Это только раз. Это два. Бляха, он умер под провокацией, да? А, какая разница? Он умер первый, это плохо в любом случае. Еще раз. Ох. Так, есть. Тихо. Спокойно. Сейчас главное, чтобы никто из моих не умер. Отлично.
ты серьезно, что ли? Ты видел этот прикол? Не, ну ты видел? Ты видел? Это что за хрень сейчас была? Я не понял. Зомби вернулась к жизни благодаря тому, что Талзин временно появилась. Вы серьезно? Идите нахер. Так, здесь. Ну, если только так. Бляха, от сандалика. Ну, у меня как бы не особо, если честно, здесь вариантов много. Я, наверное, буду делать, пробовать вот таким образом. И пробовать выносить Даку. Пока у меня есть стойкость, надо пробовать провернуть этот номер. Так, провокация закончилась. Блокируй. Добей. Хорошо, хорошо. Ты у меня падла реликтовая. Ты падла реликтовая. Постой пока. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я петь не буду, а то авторские прилетят мне прямо по глазам. Так, сюда. Блок. Так и как? Зачем я на тебя эффективность вообще одеваю? Для чего? Объясни мне. Для чего? Для этого? Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ай-яй-яй. Ну, понимаешь, она реликтовая. Очень тяжело просто ее реликтовую забрать. Да, у меня тут еще дамагеров не алё. Дамагеров не алё. Бляха, две пачки остается. Че по времени? По времени 13 минут, он нас не атакует. Но если даже сейчас начнет атаковать, за 13 минут он нас не закроет. Я думаю, что это победа. Но надо пробовать... Блин, Гривуса попробовать. Или все-таки Осаж добить? Кем бы Осаж добить? Каким-нибудь фуфелочком таким. У меня нету такого вот фуфелочка там прям откровенного, чтобы добить клонами. Кстати, у меня клоны остались. Под Коди. Оборону получают. Может, добьют? Хотя, наверное, вряд ли. Неохота пока реликтовых пацанов, если честно, туда запрокидывать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну вот я тебе говорю, станы она любит, падла такая. Не, мне ее не добить такими клонами. Плохо. Плохо. Так, ладно, пойдем тогда. Тогда что? Мне император Палпатин по факту остался, но, блин, против Гривуса он вряд ли что-то сможет сделать. Видишь, у меня нет ни Трауна, ни танка, ни Вата. Да никого толком нету. Я могу попробовать троих персонажей отправить туда, подолбить. Допустим, еще мародера туда закинуть. А Сидиуса и Ашка отправить на Осаж, на добивку. Да хер знает, пойдем. Это уже так, мы в любом случае здесь победили, конечно. Но, блин, остатки хреновенькие. Ошеломление ни на кого не легло, да ладно. Я его взял чисто ради ошеломления, и ни на кого не легло ошеломление. Да серьезно. Ну как, ну так-то? Ну это пипец. Обида, конечно.
Ну, этот пак здесь, в принципе-то, знаешь, как бы не сказать, что он что-то способен был сделать. Ну, кстати, Гривуса забрали на секундочку. Б1 в реликвиях остался. Здесь Драйдека шотает. И опять же, если Драйдеку держать в стане, а кем? Так, ладно, подожди. Давай таким образом попробуем сюда завалиться. Прямо наглым образом. Только давайте без станов, я вас очень прошу. Бляха. Дух, падла, со своей провокацией, конечно, кошмарить будет сейчас жестко. Хорошо. Но все равно провокация же. Нормально, подловили момент. Допустим. Бляха, как этих добивать? Я, конечно, не знаю. Не, он не атакует, 9 минут до конца. Стан, и еще раз стан. Ну, кем станет? Трипио. Невозможно получить отрицательные эффекты, положительные эффекты. Галактическая республика. У меня по Галактической республике-то никого и не осталось. Здесь все отлетят от массовки, понимаешь? Здесь все отлетят от массовки. Оглушает врага на один ход. Оглушение. Но оглушение же, это же не снятие положительных эффектов. Хотя подожди, оглушение. Оглушение это, наверное, то, что нам надо. Но под кого? Если так попробовать... Да не. Здесь реликтовый Б1. А вот Б1 мне забирать реально некем, понимаешь? Некем. У меня нет никого, чтобы забрать. Конечно, могу Галактическую Республику пустить, но какой смысл? Лукуна есть лидерка. Вывести из режима скрытности. Очень надо, конечно же. Ну что это даст? Они просто от массовки откинутся. К сожалению. Ух, локация. Мне нравится это. Ну видишь, нет. Нет. К сожалению, эту территорию я не закрою. И дополнительные стяги я не получу. Можно было бы, ты напишешь в комментариях, наверняка там как-нибудь переиграть туда, как-нибудь сюда. Да, я тебе скажу, что, возможно, ты прав. Но абы да если бы, как говорится. Ага. Штурмы. Были бы у меня еще парочка штурмов, конечно, было бы классно. Но, к сожалению, этой парочки штурмов у меня нет. Охотники никакущие. Эвоки тоже без лидера остались. Джедаев тоже нет. Да не, я просто сильных пацанов сейчас потрачу, и все, это в любом случае победа. Ну что, Драйдека, ну, на.
Не, мне B1 просто-напросто не забрать, понимаешь? Не забрать. Если бы с первого захода я бы забрал B1, и осталась бы одна дрейдека, тогда да. Ну а так, к сожалению, нет. 6 минут до конца, за 6 минут он нас не закроет, ничего нам не сделает, поэтому объявляю сам себя победителем. Благодарность, естественно, Владу Александру за подсказанки по стратегии. Ну, а мы встретимся уже с тобой в следующем видео, поэтому, если интересно, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел с тобой, был Роман, и да пребудет с нами сила.